Как называется это положение?
пропусти. Вот отсюда, приготовились. Николай, твоя задача задушить полевой. Ваня, задушить полевой, мы не умеем сильно. Приготовились. Пошли. Следующий этап.
молодцы. Так. Подходите ко мне, берете свою шкатулку, за деньги. И отдаете мне. О-о-о, Нику, Нику, Нику. За деньги. Завтра у нас такое. Чувствуешь, что ты выходишь и не надо стоять, стоп, стоп, все. Желтый, вот так. Внимание. И пошел сюда. Раз. Пошли. Да?
Значит, там, где большие гантели, делаете 10-12 раз. Там, где поменьше, делаете быстрее 20. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай делай! Восемь. Так вам построю вообще не гантели, черти что. Десять, одиннадцать, двенадцать. 13, делаем! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо, молодцы. И пошли вправо-влево. Пошли. Раз, два, три, четыре. Руки согнули. 5, 6, 7, 8, 9. Так я не понял, Денис, ты работаешь или что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, ручки пошли отсюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Выше поднимай. Четыре, Денис. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Четыре! Пять, шесть, семь, восемь, девять. 20. Легли на спину. Развод рук. Руки вверх. Мы насос. Развод. Развод пошли. Раз, два, три, четыре. Так, Денис, я не понял. Давай работать. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. У тебя маленькие гантели. У тебя. Вы... Пока я шар раз, вы должны два раза сделать. Че? Пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Быстрее шар берет. Шесть, семь, быстрее. Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Смотри. Итак, одна вверх, рука, другая вниз. А, нет, здесь даже наоборот. Взяли вот так, поставили вместе сюда, вверх. Пошли. Раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть, семь, быстрее, восемь, девять, десять, раз, два, три, быстрее, шесть, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Смотри, сели. Сели! Сыну, что непонятно? Сели. Право-влево. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не сильно, спокойненько делаем. А почему так быстро считаете? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Теперь смотрите, я считаю быстро для тех, у кого маленькие. Вы делаете вот, Саша, ты и ты тоже. Делайте спокойно, нормально. А те остальные у них маленькие, поэтому считаю быстрее. Так, встали. Встали! Пошли. Руки, развод. Раз. Приготовились. Лицом ко мне. И пошли. Раз, два, три. Быстрее. Четыре, пять, четыре, семь, восемь, девять, десять. Раз. Я еще раз говорю. Ты не спешишь. Остальные. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри. Так, приседания. Раз, встать. Раз, два, три. Приготовились. Хаджина. Пошли. Раз. И три удара. Эй, Петя, три. Три. Раз, два, три. Пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Пошли. Раз, два, три. 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 Ассоциация. Ой, да, спинаря. Пресс. Пресс.
6, 7, 8, 9, 10, еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Отели. Поставили. Маленькие сюда. Гантели. 6, 3 сюда. До свидания. Все закрыл там, да? И дверь прикрыли. Тренером. Так это я выиграл. Уже все, уже. А вы же выиграли. Оценка 10, 8, 8, 7. Уже одна семерка есть. Ну, одна это не проблема. А можно играть правильно? Сербу. Поздравляю. Все на технике не помню. Все. Любую выбирают. Так, нет, не помню. Так. Среди девочек. Не понял. Здесь у нас Якобуц, Выска, Петря и Дан. Первое место. Петря. Бени Петря. Какой берешь? Это не трогай. Ой, а че кубак-то такой? Я дыми не знаю. А че кубак ты ел, баран? Что за разговор? Второе место занял. Якобуц. Якобуц. Забирай. Так, третье место занял. Выска. Николай. Давай. Одну берешь. Так, это осталось у меня. И у меня самая громкая пара. Все, девочки ушли. Так, ну, держи, Ваня. А можно? Держи. Так, и Дана осталось. Можно и не, можно и не. Если поделитесь, выиграете. Дан сегодня молодец. Хорошо со мной отборолся. Мне тяжело было с ним. Да он бегал. Весь сыр у него в тебя полчаса вытеркнул. Тот, который тебя в упор не видел. Молодец, да. Красавчик. Нет, не вот так. Всех надо дурить. Вот он сильный, обдури. Он умный, обдури его. Молодец. Ты мне сегодня пора. И мне все со мной хорошо поработал. Все, Алине, мамочки, не забудьте, не оставляйте там, поставьте здесь. О, подождите. Давайте, давайте, стойте, стойте, я поставлю. Подождите. Все, до свидания. До свидания. До завтра.
сало и как побежит. Не-не-не, вон там. Ну, сало, что так, бумажки там оставите.